Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня буду готовить блины с сыром на кефире. Для приготовления нам понадобится мука, яйца, сахар, соль, кефир, сыр фета, укроп, чеснок, сливочное масло и растительное масло. В большой миске соединяем 150 грамм просеянной муки, столовую ложку сахара и чайную ложку соли. Туда же разбиваем 3 яйца и все вместе перемешиваем. Далее вливаем в тесто 175 мл кефира. Все тщательно перемешиваем венчиком. Затем добавляем 50 грамм растопленного сливочного масла. Еще раз хорошо перемешаем и отложим пока тесто в сторону. Оно должно получиться чуть гуще кефира. Теперь мелко нарежем пучок укропа и 2 зубчика чеснока. грамм сыра фета разомнем вилкой. И все эти ингредиенты добавляем прямо в тесто. Все тщательно перемешиваем венчиком. Начинаем выпекать наши сырные блины на хорошо раскаленной сковородке, смазанной растительным маслом. Консистенция теста довольно густая, поэтому рекомендую распределять тесто по сковороде половником. Обжариваем блины с обеих сторон до румяной корочки. Выкладываем готовые блины на блюдо и смазываем кусочком сливочного масла. Такие блины готовятся очень быстро, но получаются безумно вкусными. Кефир придает тесту особую мягкость и воздушность, а сыр, зелень и чеснок – пикантность. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами, у вас обязательно получится. Смотрите наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал о вкусе.ру. С вами была Евгения. Пока-пока!